Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и я приветствую вас наконец-то в прохождении дополнений для нового, этого самого нового Человека-паука, который вышел уже, черт возьми, в прошлом году, ведь мы уже в 2019, друзья. Начинаем мы с первой части этого огромного дополнения, которое называется «Город, который никогда не спит», и первая его часть — это «Ограбление», где мы встретимся снова с черной кошкой Фелицией. Город, который никогда не спит, эпизод 1. Ограбление. Когда Фелиция Харди по прозвищу Черная Кошка вернулась в Нью-Йорк, прошлое Человека-паука стало осложнять жизнь нынешнему Питеру Паркеру. Ну что, ребяточки, поехали! Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись данных. Мои источники сообщают, что Маджи готовит возвращение. Старые преступные семейства были разгромлены, но Фиск исчез, и они снова наращивают влияние. Доны годами сосуществовали в мире, но теперь в условиях безвластия они начнут борьбу друг с другом. Когда одно из семейств выступит против остальных, лишь вопрос времени. Нужно держать связь с моими источниками в органах, и надеюсь, мы остановим бандитов, прежде чем они наберут силу. Итак, дополнение началось. Но что дальше? Привет, Пит. У меня тут есть один интересный сюжет. Разоблачение Оскорб? Лучше. Я пишу о гангстерах из Маджии. Гангстеры? Я думал, они сгинули вместе со Свингом. Оба раза. Они почти слились. Но без Фиска и демонов Коза Ностра решила вернуться в игру. Обожаю, когда ты говоришь грязно. Полегче, Тигр. Слышал, в прошлом месяце федералы пощипали Маджию? Ага. Так вот, у одного из донов пропала картина под названием «Мария». А теперь она нашлась в Манхэттенском музее. И? Мой источник сообщил, что одно из семейств хочет снова ее украсть. Сегодня. Кажется, тут нечто большее, чем любовь к искусству. Я загляну в музей. Ну что ж, друзья, наше расследование начинается. Музей, искусство, ну вы понимаете. Без черной кошки не могло обойтись, тем более, что нам заспойлили ее появление еще в начале этого дополнения. Надо вообще вспоминать, как мне тут управлять, потому что, если честно, я уже подзабыл. Но вроде как память возвращается, и я вспоминаю, как летать за Человека-паука. Энджей, похоже, твой источник не врал. Тут пытается вломиться целая армия бугаев. Оставайся на связи, я гляну поближе. Будь осторожен. Если это ребята Маджи, они готовы на все. Шевелись давай. Боссу нужна эта картина. Мы уже должны были закончить. Хочешь попробовать? Ну, вперед. Да уж. Чего только люди не сделают, лишь бы не платить за входной билет. Так, друзья. Босс сказал стрелять без вопросов, если что-то вякнул. Ему палец в рот не клади, да? Мне бы вспомнить, как тут да что. Смотри, я забыл, что нужно... Сложное мастерство — украшение бандитов. Я забыл, что нужно дождаться надписи «Безопасно». Так. Ух ты, какой пафосный. Как мы идем-то, ё-моё. Так, а как же мне сканировать-то? Сканирование. А, вот оно, сканирование. Воу! Ладно, понеслась. Опа! Так, кое-что я все-таки вспомнил. Я тебя порву! Ой, черт возьми! Так. Я тебя по стенке расслаблю. А, черт. Все время забываю, что вот эти упыри, они... Наверху. Их либо так валить подкидыванием, либо лучше, блин, не бить вообще. А, да. Бум. Второй. Хватит терять людей.
Так. Я разберусь с этим клоуном. Ух ты, ё-моё, забыл совсем про это. О! Ну, для начала сойдет. Я знаю кое-кого из них. Это Фредерико Фризелли и Сэл Патрило. Они же из преступного семейства Кувалды, верно? Зачем ему нужна Мария? Не похоже на него. Я тут осмотрюсь. Надо убедиться, что я никого не упустил. Дам знать, как найду что-нибудь. Ага. Так, найти следы взлома. Тут там на еще артачится. Главное, входит все чисто. Надо проверить другие входы. Даже припарковаться нормально не могут. Так что, здесь есть что-нибудь, нет? Кажется, нет. А где тут еще входы? Ну-ка. Ну-ка. Здесь есть что-нибудь? Может, на крыше? А может, сзади? Ну-ка. Да не похоже вообще на вход, да. Здесь надо тоже вроде ничего. На крышу на всякий случай. Так. Эй, ну а да. Что это? Опа. МДЖ, кто-то вырезал отверстие в крыше. Я пойду проверю. Значит, пока ребята Кувалды ломились с главного входа, кто-то проник внутрь через крышу? Похоже на то. Здесь ни души. Вообще, тут что, нет охраны по ночам? Да. Проверь будку охраны у входа. Там должны быть камеры. Они бы увидели, что кто-то к ним проник. Куртка охранника? Надо бы посмотреть в будке. Я чувствую, сейчас будет веселая встреча. Дверь в будку охраны заперта. Без отпечатка ладони не открыть. Внутри наверняка есть подсказка, что случилось с охраной. Сможешь открыть этот замок? Без руки охранника нет. Или ее отпечатка. Если нет охранников, может, снимешь отпечатки с вещей, которых они касались? Mm-hmm. А, да, это мысль. Всегда рада протянуть руку помощи. Ага. Так, отпечаток. Ну, его часть. Надо бы еще поискать. Странно, охранники будто испарились. Так, где еще можно поискать частичные отпечатки? Там был какой-то стол, ага, во. Кружка кофе. Это... еще теплая. Это не стол, но тоже подойдет. Еще одна. Класс. Нормальные охранники не оставили бы свое добро просто так. Разве что их кто-то заставил. Какое добро? Кружечку кофе? Фонарик. Можно снять отпечаток. Ладно, этих частей достаточно, чтобы восстановить отпечаток. Кстати, на мне новый паутинный костюм. Ух ты, интересно. Я смогу перенастроить сканер, чтобы он принял мой отпечаток. Угу. А головоломочки-то старые. Если я пойду в оптический сенсор, то загружу свой отпечаток. Так, и что нужно? А, неверное напряжение. Ясно. Снимаем тогда это все. Так, сюда ставим. Как его? Ага. Так. Нет. Сюда прямой, сюда угловой. Так,
Еще один прямой, еще один угловой. Так, из минусов мне нужно сделать минус 2. И, в принципе, мы готовы. Есть. Передаю отпечаток ладони. Угу. Как все сложно. Открыл. Здорово. У-у-у. Что ты видишь? Живы. Кажется, их просто усыпили. Следов борьбы нет. Кувалда так чисто не работает. Но если не кувалда, то кто? Там есть записи с камер. Сейчас. Кис-кис-кис-кис-кис. Кто-то отключил камеру номер 5. Подозрительно это все. Я снова ее включу, и мы посмотрим, что они там прятали. Она направлена на одну из картин в экспозиции. Видимо, это Мария. Ее еще пока никто не украл. Я посмотрю поближе. Надо выяснить, что в ней такого особого. Картина «Мария» — это шедевр современного пасторального импрессионизма. Эпопея с ее похищением и возвратом почти столь же любопытна, как сама картина. На вид — самая обычная картина. Так и есть. В музее полно куда более ценных вещей. Так почему же Маджи охотится именно за этой? Погоди, МДжей, кто-то идет. Глядите в оба! Человек-паук может быть еще тут. Вот же черт. Она под защитным стеклом. Эй, скажите Фрэнку, что придется притащить большие пушки. А вот и кажется, ребята кувалды. МДжей, парни кувалды вызвали подкрепление. Меня пока не заметили. Хорошо, не подставляйся. Если вас, это означает, что поблизости человек-паук. Если что, я... Человек-паук, он... Да, отлично, не подставляйся, не подставляйся, это именно то, что я сделал, не подставился. Стелс — мое второе имя просто, буквально. Ух ты ж, ё-моё. Тебе привет от босса! Опа! Есть! Осталось мало! И второй. Ну что, парнишки, поехали. Хватит шутки шутить! Я тебя урою! Копы вот-вот будут. Чёрту все. Хватаем, что можем, и бежим. Отлично. Теперь они хватают все подряд. Надо бы не дать им уйти. Ну, ёлки-палки. Отсюда есть только один выход. Через него они и вошли. Остало мало. У меня тут еще есть. Опа. Вырубаем. Где еще один? Ой, черт, 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 черт. Просто выбраться. Хотят уйти с обычей. Да выруби ты его! Прощай, неудачник, я валю отсюда! А, вот так это работает. Блин, а я думал, так и должно быть. Ладно. Ну, давайте, уроды, дубль 2. А, вот и нет. Вот и хрен тебе. На морковку. Посмотрим, что с тобой сделаем. Ага. Бум! Тырок. А чё, слушайте... А я наверх. Чем посмотрим еще, кому тут конец. Че ты делаешь-то, ё-мо? Давай, притянулся, блин. Бьешь. А, жирный.
ненависть к жирным. Они обычно добряки, но тут прям... Что ж такое? Где твоя доброта? Где твоя толстая доброта? Ну вот, челюсть сломаю. А вот и хрен тебе. Куда ты стреляешь, блин? А ловкость рук, никакого мошенства. Не на тех ты полез. А вот и хрен тебе. Давай, вырубай его. Правда, лучше, конечно, двоих было. Но тут уж, как водится, как вышло, так вышло. Я тебе сейчас дам. Ракеты он в меня пускает. Ракеты он, блин, в меня пускает. Ракетой ты и получишь по морде. Ты там как, живой? А ты глянь, тут аж бандиты выдерживают ракету в лицо, а? Ха! Крутые бандиты. Милые новые приемы. А твои старые уже не очень. Ты же завязала с кражами искусства. А кто сказал, что я тут за этим? Что ты делаешь? Тебе нужно кое-кого спасать. Опять? Что? Помогите! Что? Куда она делась? Все в порядке, Питер? Извини, МДЖ, старая подруга встретилась. Кто? Беда. Скучала по тебе. Да, действительно, проблем теперь не оберешь. Ну и сука, серьезно. Как по-другому-то сказать, даже я не знаю. Получен новый костюм. Слушайте, интересно. Так эта черная кошка проникла в музей через крышу. Она заодно с ребятами кувалды? Да. Она, наверное, следила за мной все время, что я был тут. Просто скажи мне, что она не сбежала с Марией. Не с Марией. Хорошо. Она просто выломала флешку, которая была в раме. Что? Прости. Как думаешь, что могло быть на этой флешке? Хороший вопрос. Я поспрашиваю об этом. А я пойду по кошачьим следам. И самое, конечно, отвратительное, это то, что она, блин, картину-то порвала пополам. Черт возьми, что с игрой? Загружается, вы гляньте-ка. Всем постам. Нам сообщают о взрыве у Маймс Сквер и Брайанта. Ну я ж прям здесь. Я проверю. Опять бомба в машине. И кто ее заложил? Снова кувалда? Наверное. Тут могут быть еще. Надо вызвать саперов. Бомбы в машинах? Тут нужна точность. И скорость. Так, включить паука-бока. Бока. Паука-бота. Обезвредить бомбу, ложившись... О, боже, да что? Кто эти задания вообще придумывает? То чуваки какие-то убегают, нужно за ними бежать поскорее. Пора искать бомбы. То... Спешить, чтобы... Так, осталось еще несколько. Обезвредить, блин. Бомбы эти тоже за время... Готово. Так. Серьезно, совершенно какие-то люди без фантазии уже делали. Обезвредил. Еще одна. Сейчас найдем. Что-то вот сейчас времени реально до задницы. Фух, готово. Кувалда не шутит. А, надо поискать в городе другие сюрпризы.
Типа новый тип преступления появился. Эй. Ну, ладно, не особо оно увлекательное. Что за костюм? Давайте глянем. Костюмы — это всегда интересно. Итак, новый костюм. Костюм гибкость. Я выгляжу как идиот. Ладно. А это что за костюм? Фиг тебе, не откроешь его. Пройдите кампанию ограбления. И это пройдите кампанию. Нет, выполните все задания в районе кампании ограбления. Ладно, хорошо. Так, по поводу навыков. Ничего нового не появилось. Можно будет старые докачать попросту. Ну, поехали. Алло? Человек-паук? Это детектив Макки. Мне дал твой номер друг из полиции. Думаю, я даже знаю, кто. Чем могу помочь, детектив? Лучше рассказать все лично. Не заглянешь в участок в Гринвиче, если будет возможность? Ты вроде бы предпочитаешь крыши. Не вопрос. Скоро буду. Вот и занятие, пока жду ответа от МЖ. Не верится в то, что было в музее. Не в духе черной кошки связываться с кем-то вроде кувалды. Надеюсь, МЖ разузнает, что там с этой флешкой. Не в духе. Да ну ее, она вообще тварь какая-то. Че, картины портит, а? Никакого уважения к предметам искусства. Человек-паук, я здесь. Угу, хорошо. Да ё-моё, спрыгни. Детектив Макки, верно? Спасибо, что пришел. Я хочу поговорить с тобой о черной кошке. А я не очень. Не о новой кошке. Был другой кот 20 лет назад. Я работал над делом. Так черная кошка лишь подражатель? А что случилось с оригиналом? Умер в тюрьме. Но мы так и не нашли все украденные им картины. Есть новая зацепка, но департамент не хочет заниматься закрытым делом. Вот как? А я не против им заняться. Отлично. Вот нужный адрес. Я все расскажу по пути. Сдается мне, это просто начало каких-то дополнительных миссий. Спасибо за помощь. Мне скоро в отставку, а это дело не даст мне покоя. Так что я перепроверил все материалы. Прежний кот предпочитал красть предметы искусства. Но перед арестом он проник на фабрику датчиков дыма. Датчиков дыма? Странно. Не очень. Внутри у них изотоп америции 241. Мы думали, что кот хочет его продать, но на днях я смотрел фильм, и он подсказал мне кое-какую идею. А что, если кот пометил изотопом украденные картины, чтобы найти их потом, когда выйдет из тюрьмы? Что это был за фильм? Хотя, нет, давай без спойлеров. В общем, я подумал, что если мы отследим изотоп, то найдем и картины. У меня в костюме детектор, который может помочь. Позвоню, если что-то найду. Спасибо, Человек-паук. Если я наконец разберусь с этим, то спокойно уйду в отставку. Чувствую, просто эта серия дополнях таких. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Сигнал идет из этого блока питания. Но электричество к нему не подключено. Он обманка, что ли? Интересно, что внутри? Так. Как проще всего взломать эту штуковину? Вот так? Тубус для картин. Ну да, картина свобода. Детектив, прекрасно. Я нашел украденную картину. Она была в фальшивом блоке питания. Да, так и знал. Оставь ее там, я пошлю за ней кого-нибудь. А пока отправлю тебе координаты других мест, где бывал Харди. Хорошо, стоп. Ты сказал Харди? Харди? Ага. Первого черного кота звали Уолтер Харди. Я покопаюсь в его досье и расскажу, что еще узнаю. Ну, значит, это его дочь, она же Фелиция Харди. Ищите похищенные картины Уолтера Харди, спрятанные в разных местах. Зачем он их отметил? Типа он забудет, куда спрятал, что ли? Ну, возможно, если он их десяток спрятал. Ну, понятно, короче. И там, наверное, мне дадут чего-нибудь. Черт его знает. Ладно, давайте я отмечу вот здесь вот первую эту картину, но не знаю, стоит ли их всех искать. Вряд ли буду. Эй,
Уолтер Харди – первый черный кот. Фелиция Харди – нынешняя черная кошка. Похоже, это дело у них семейное. Интересно, а кто был первым? Черная кошка или же женщина-кошка? Ну, кто был первым придуман? Питер, полицейский сканер сообщил о перестрелке в районе Хадсон и Нортмур. Это же район под контролем Маджи. Точно. Чтобы не украла черная кошка, это положило начало войне банд. Ладно, я туда все проверю. Есть новости по поводу ограбления? Вот что я выяснила. Никто не знает, что было на той флешке в раме Марии. По слухам... Еще одна картина. Детектив, я нашел еще одну картину. Отлично. Похоже, мы вдобавок закроем еще несколько дел. А как Харди умер? Во время побега из Райкера. Утонул, пытаясь доплыть до берега. Зато теперь мы вернем похищенное им. А там, вдруг это поможет тебе поймать новую черную кошку. Точно. Над этим я и работаю. Мне пора. Пока. Так. Вернемся к нашим МДЖам. Вот что я выяснила. Никто не знает, что было на той флешке в раме Марии. По слухам, ее заполучил Кувалда. И теперь семейство Маджи в панике. Видимо, это что-то ценное, раз черная кошка даже не забрала картину. Интересно, почему кошка сотрудничает с Кувалдой? Обычно она работает одна. Кто знает. Я уже давно перестал пытаться понять Фелицию. Ах, Фелиция? Вы что, друг с другом на «ты»? Ну, можно, наверное, и так сказать. Ладно, давай держать друг друга в курсе. Ревность. Ребятки, пора бы прикрыть эту лавочку, чтобы никто не пострадал. Ладно, попробуем. Только вот действовать открыто, ну можно, да, просто пойти всем навалять. Так, и кто-то у нас еще тут остался. Ну выруби его же, господи. Готово. Грузовик доставки. Надеюсь, это те тапки, что я заказал. На картинке тапки выглядели не так. Я не стану расписываться за эту посылку. Нифига себе. Вся банда. Давай, вырубай его. Ё-моё. О, чёрт возьми. Рубай. Ух ты, черт! Видать, надо рубить его, когда он отстрелялся. Да ёпарасы. И надо вот, да, три удара и... Чёрт тебя дери, а. Так. Наконец-то. Фух. Всех положил? Да, вроде бы. А!
Ладно, 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 я сдаюсь. Если заговорю, мне срежут срок. На многое не рассчитывай. Ну та цыпа с белыми волосами велела нам спуститься и пошуметь. Тупой развод. И тупица я. Где вы ее встретили? В магазине на Уэйверли. Да какого черта она... Стрельба была для отвлечения внимания. Черная кошка устроила ее, чтобы увести полицию от Уэйверли. У одной из семей Маджи есть что-то на Уэйверли. У Цицеронов вроде. Может, я все еще могу ее поймать? Фелиция никогда не торопится. Она очень методична. Да неужели? Я буду на связи. А вот и магазин. Ну, Фелиция, где же ты? Оу. Так очевидно. А вот ее пост наблюдения. Так, подожди, где? Ага, опять он. Как знакомо. Зачем же ты следила, Фелиция? Ну, вон я вижу опять мерцающую фигню. Есть. О, привет. Фелиция, Маджия, это не шутки. Не надо строить им глазки. Но я люблю строить глазки. Человек-паук? Он работает с кошкой! Взять его! Да не работаю я с кошкой, блин, идиоты! Воруя у Цицеронов, ты подписываешь себе приговор! О боже, опять! Откуда вы этих миниганщиков-то набираете? Мы поспешили с выводами, ребята! Ё-моё. Эй, паук, иди к нам, мы устроим твою зарплату у кувалды! Я не работаю на кувалду или кого-то еще из семей. Просто выбрал не то время и место. Давай, одного. Второго. Черт вас побери, а! Это типа русский, да, не в спортивках. А, боже. Неважно, от чего я уклонился. Если я... Давай, 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 давай. Вот так. Второго. Да господи. Так. Воу-воу-воу! Опять, опять! Давай, вырубай его. Черт возьми! Воу-воу-воу! Черт, 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 какая задница. О, вау. Фух, ладно, поехали, парень, станцуем. Есть! Это было непросто. Мы справились. Не, стоп, еще. Он застрял там. Ой. Ну, простите. Так, где же Фелиция? Надеюсь, он не сломал себе все. Это, честно сказать, надеюсь именно на это. Люблю наблюдать за тобой. Навевает ностальгию. Что на этой флешке? Честно сказать, я и сама не знаю.
Тогда зачем тебе красть ее? А иначе... моего сына убьют. Стой! Твоего сына? Опа. Проклятие. У Фелиции есть сын? Нет. Хотя почему? А я ведь могу быть... Не-не-не, лучше даже не думать об этом. Стоп, стоп. Я нашел кошку МДЖ, но она ушла. Неужели? И впрямь аккуратно. Она украла еще одну флешку. Значит, у каждой семьи есть по одной. Что же на них? Ты выяснил что-нибудь еще? Да не то чтобы. Ладно. Похоже, она помогает Кувалде подготовить удар по остальным семействам. И это точно не кончится добром. Последнее, что нужно городу, это война банд. Я дам знать, если разузнаю что-нибудь про эти флешки. То есть, в принципе, наш паучок может быть папой. То есть ты с ней спал? Ага, вот так вот. Но нет, ну вряд ли. Как жизнь, ЧП? Это твой самый большой фанат. Погоди-ка, чудила? Только не говори, что ты вышла из тюрьмы. Еще как вышла. И прихватила с собой несколько поклонников. Они такие милые. Помогают мне подготовиться к новому шоу. И я буду счастлива, если ты на него заскочишь. Пока! Офигеть. Что-то мне подсказывает, что навряд ли их выпустили за примерное поведение. Надо отправиться туда. Обязательно туда отправимся, дорогие друзья. Но это будет уже в следующей серии. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.